Всем здорово, бойцы и зрители канала Валерки. Продолжаем проходить Final Resistance. И у нас... Что у нас там на очереди? Что у нас за задание? Погоди. Выполняется. Попасть в цех переработки и найти доктора Картер. Вот так вот. Так, я там видел уже... Чувачила, короче, ползал. Инопланетный. Давайте его... Загасим. Вот так вот. Вот так вот тебе. Так, там, смотри, вдали еще один стоит. Чувак. Чётенько, просто как мы прирожденные снайперы. Заряды для плазмомета. Окей. Аптечку бы. Было бы шикарно. Так. Здесь нужен пропуск пришельцев. Отлично. И у нас тут один проход, да, один. Больше нет. Больше нет, один проход. Так. Что здесь за дичь происходит? Что это? Короче, надо бежать. Так. Потихонечку пробегать мимо лазеров. Надо так сказать. Смотри, кнопка. А, можно отключить. Делов-то. Привет. Пока. О, отлично. Зелье, здоровье взяли. Так, очередная дичь. Смысл, наверное, тот же. Аккуратненько пробегаем. Так, нам по-любому, наверное, назад возвращаться надо будет. Давайте-ка сделаем вот так, чтоб не мешали. Эй, эй, чувак. Стоит такой, не видит ничего. Так, а здесь что? А здесь просто... А что это за контейнеры? Смотрите, эти контейнеры, наверное, перевозят этих инопланетных существ, наверное, да? Какой-то инкубатор, что ли? Опа, дверь закрыта. Куда не пролазит? Может, здесь где залезть? Пролазит. О. А, вон дырка. Вон дырка. Отлично. Отлично. Да залазь ты. Вот запрятали-то проход, а? Хрен найдешь. Так. Вон там стоит, я вижу. Блин, отсюда не достану. А поближе подкрадемся. Типа стелс, знаете. Смотри, не убил. Ну-ка, иди сюда. Это эти простые, короче. Блин. Ну ладно, здоровье взяли. Сойдет. Сойдет. Так, что здесь у нас за комнатка? Эти штуки можно двигать, я смотрю. Можно их передвигать. А здесь что? Какая-то головоломка, что ли? Ладно, давай запихнем. Что, дальше не двигается? Дальше не двигается.
Да блин, не на эту кнопку-то нажимай. Нажимай мне вот сюда. И чё? Чё происходит? Это выдернуть? Смотри, а та разбитая, та... Может наоборот, может разбитую надо туда пихнуть? Погоди. Давайте попробуем. Нифига я так передвинул, так далеко. Давай попробуем. Давай разбитую попробуем. Что нам покажет, что-то карбанёс. Открылись. А, двери открылись, смотри. Только двери не та дверь, которую нам надо. Я понял, нам надо открыть дверь, которая на улице, которая... которая пропуск требует. Это, короче, как что-то подобие генератора, что ли, который питает эти двери. Не, не похоже. Не похоже на ту дверь. Да блин. О, вот она, отлично, открыли ворота. Открыли ворота. Теперь возвращаться, наверное, да, назад. А там, смотри, еще туннель. Дальше. Посмотрим, может там какой секретик. О, какой длинный туннель. Черный выход. Черное дупло. А. Ну понятно. К лазерам вышли. Окей. Ну, можно и сюда теперь идти. В принципе, все готово. Так, смотри, как бульбулятор работает. А, колба, смотри, какая громила там сидит. Охренеть. Охренеть. А это что это? Это пустой. Там проход. Там проход. А здесь у нас сидит так, может, что надо, может разбить? Нет. Не разбивается. Панели. А, вот. А, кнопки, наверное, эти. Колба, наверное, открывает. Какая там средняя, да? Средние кнопочки. Это нафиг нам освобождать эти громил. Какие-то новые монстры. Новые инопланетяне. С ними не хочу сражаться. Так, смотри, здесь куда-то проходы. О! Привет! Еще один. Хочу с ним в упор сражаться. Ну подойди ты сюда-то, но... А, он меня не видит, короче.
Привет. Старый штиблет. Зеленый ключ какой-то взяли. Зеленый ключ. Окей. Сюда его ставить. Зеленый ключ. Смотри, у нас какой-то голубой ключ. Зеленый ключ. Не голубой, а бирюзовый. Нам нужен желтый и красный. Желтый и красный. Так, смотри. Лестница. Да залезьте на эту лестницу, но... Сохранку вижу. Вижу сохраночку. Тихо, 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 не упади. Не упади. Проход. Проход. Что за чаша? Так, окей, ладно. Там, смотри, лестница. А, либо сюда, либо туда. А, на эти лестницы нам не... Не допрыгнуть. Не достать. А что? Алиса достала. Да хорош ты, уйди. Почему она слово лестница? Лестница. Включается. Так, давай сохранимся. Сохранились. Так. Это что за комната? Пустая комната какая-то. Окей. Так, что здесь мы имеем? Мы имеем два ящика. Два ящика, их можно двигать. И лифты. А! Короче, чтобы на лестницу добраться, нам нужны эти ящики. С одной и с другой стороны получается. Сейчас на лифте поднять их надо. Так, а чё ты его не двигаешь ты? Или все он на платформе? What the fuck? Как так? Куда уехал? Куда без ящика уехал? Как же криво-то все, а? Чё ты не лезешь? Пипец. Это надо обойти с одной стороны. Чтобы запихать его. Твою мать, камера эта сраная. Так. Вон лестница. Тащим. Потащили. Так, не пропустить бы. Надо переехал, наверное. Еще чуть-чуть. Отлично.
Вот замудрили, а? Вот замудрили. Заставляет тут. Херни всякой страдать. Погоди. Инопланетное отродье. Такое. Желтый ключ, отлично. Желтый ключ. И все, да? Здесь больше нет. Так, мы, у нас есть зеленый, мы взяли, да, уже поставили. Желтый. Нам теперь красный надо найти. Так, сейчас посмотрим, где еще проходы есть. Воу-воу-воу, чуть не упал. Окей. Давай-ка взглянем. В этих двух проходах мы были. Смотри, вон лестница. Вот здесь. На ту сторону, короче, надо перебираться. Ну, не зря ящик, видите, да? Не зря ящик. Поехали. Погнали. Тут две лестницы. Аж две. Так, все, четко. А, нифига. Не дотолкал. Да блин. Окажется, как будто я в упор уже переехал эту лестницу, да? Да так и есть, вон, смотри, переехал. Неудобно вообще просто. Да что ты не толкаешь-то? Так, кто там целится? О. Нормально, он по мне попадает, а я по нему нет. Чё за дичь? Все, отлично, убил. Он один или их там двое? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Умри. Красный ключ, отлично. Отлично. Красный ключ, есть еще ништяки здесь какие-нибудь? Походу нет ничего. Похоже, ничего нет. Так, ты главное не падай. Главное не падай, Райли. Так, где у нас там вставлять эти ключи? Вон та лестница, да? Блин, как же муторно вот это все двигать, да, вот это вот все, блин. Не нравится. Не люблю я вот это все. Блин. Да залезь ты, но, дебил. Куда ты пополз-то? Я нажимаю вверх, он куда-то в сторону ползет. Что за бредство? Так, желтый. Красный. Отлично. Отличненько. Дверь открыли. Дверь открыли. Но походу началась жара. Смотри, смотри, бегут, бегут. Двоих нахрен снес сразу. Ты умирать будешь или нет? И просто музон. Рейв такой. Галактический рейв.
А где музыка-то? Я только разогреваться начал. Так. О, смотри, там что-то наверху. Аптечка пришельцев. Смотри там. Ништяков-то наверху сколько. А как туда попасть? Смотри, лестница. Заряды лазера, здоровье, аптечка пришельцев. Охренеть. Охренеть. Так. Надо как-то туда попасть. Так, оттуда мы пришли. Здесь у нас закрыто. О, смотри, здесь еще какие-то штуки. Ставить ключ. А, у нас больше никакого нет. Там, смотри. Сохранка и ништяки. Я понял, ящик сейчас, короче, туда. А может там ключ? Может там есть ключ? Дальше, дальше. Где эти разломы? Вон. Еще чуть-чуть. Да убери ты автомат, сейчас не до него. Так. Как же это все сложно. Да, где там лестница? Лестница. Вот она. Молодца. В смысле? Залазь давай. О. Да, так, смотри, взяли, короче, щит и аптечку. Здоровье за лазерные какие-то эти. Так. Вот где мы? Куда это мы вылезли? Где? Да стой ты, блин, это сраная камера, как меня задрала, ну. Ой, я свалился где-то. Ой, набежали. Вон еще один. Ей, музон. Пропуск пришельцев. Ты где? Давай, жги. Где ты, ну? Пока прицелишься, блин, пройдет 100 лет, а? Синий ключ. Погоди, мы взяли синий ключ. Отлично. Пропуск пришельцев. Синий ключ. Сейчас откроем дверь. Да что ты стреляешь-то? Ставьте синий ключ, вот. Щит, смотри. Fucking щит. Сохранка. Все четко. Так. Это что, какой-то, не знаю, еще один бункер какой-то инопланетный, да? Получается. Красный и синий. Красный.
Красный какой-то оранжевый, да? Синий. Все четко. Так. Там кто-то есть, видел, да, цель появилась. Тут у нас заперто. Тут у нас заперто. Значит, сюды. Значит, сюды. Так, так. Воу-воу-воу-воу-воу, лазеры, лазеры. Хера так? В смысле? А что мне делать? Мне как-то надо отключить. Погоди. Мне надо понять, что делать. А, смотри, вон цель на бочку какую-то. Стоп, 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 стоп. Погоди. Блин, аптечку. Мне, по-моему, кирдык сейчас будет. Так. Не ломаются. Сбой системы. Меня убили. Убили. Блин, вообще как-то вообще неудобно. Просто вот какая-то жопа. Короче, друзья, будем продолжать следующей серии, вот. Вот. Я, кажись, тут поднакосячил. Вместо загрузки нажал сохранить. Это просто фейл. Это реально фейл. Вот. Ну, придется мне опять перепроходить до этого места. Вот. Так что в следующей серии продолжим уже проходить эти лазеры. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте и обязательно комментируем. С вами был Валерий, всем пока.